Линия Мажино — это второе по величине укрепление, построенное человеком после Великой Китайской стены. Перед лицом быстро ремилитаризирующейся Германии, проигравшей в Первой мировой войне и открыто нарушавшей мирный договор, Франция ощущала необходимость в идеальном щите. Заслуга в этом принадлежит военному министру 1928-1930-х годов Андре Мажино. Межвоенные стратеги назвали это сооружение «неприступной стеной». Опираясь на ценный опыт, полученный в Первой мировой войне, линия Мажино считалась идеальным оборонительным решением. Она соединяла на расстоянии 720 километров цепь бетонных укреплений, противотанковых заграждений, складов, тяжелой артиллерии и 350 казематов, связанных между собой подземной железной дорогой вдоль границы с Италией, Швейцарией, Германией и Люксембургом. Открытой оставалась лишь граница с Бельгией, нейтральной страной. Логика подсказывает, что в случае вторжения немцы смогут атаковать нас только через один коридор, через Западную Бельгию, вдоль Атлантики, где сосредоточенные войска их встретят и уничтожат, говорил Эдуард Даладье, министр обороны 1939 года. Однако 13 мая 1940 года танки генерала Хайнца Гудериана вошли во Францию там, где никто не ожидал их. Через густые леса Арден в Бельгии. Район, исключенный из классической стратегии. А 14 июня немецкие войска уже маршировали под Эйфелевой башней в Париже. А линия Мажино? Покрытая сорняками, она до сих пор остается примером блестящего мышления, основанного на опыте прошлого, а не на инновациях. Пока французские войска ожидали атаки на Западном фронте, немецкие танки выезжали из густых лесов, откуда по военному опыту не ожидалось никакого вторжения. Видя их, французские офицеры снисходительно махали руками. Пусть едут. Без пехоты они бесполезны. До этого момента танки рассматривались лишь как мобильная артиллерия, полезная только для поддержки наступления пехоты, которая, согласно традиционной модели, считалась единственной силой, способной завоевать территории. Безусловно, опыт прошлого полезен. Это единственное, что отличает ученика от мастера. Только на нем можно строить новые знания. Но если мы ограничиваемся лишь опытом вчерашнего дня, завтрашний день нас неприятно удивит. Опыт полезен для повторяющихся рутинных действий. Но для того, чтобы встретить будущее, без открытого ума, он готовит нас к катастрофе. Потому что прошлое никогда не вернется. А будущее будет продолжать удивлять нас снова и снова. Эта истина справедлива в любой сфере жизни. У нас есть традиции и верования, которые существуют лишь потому, что другие передали их нам в таком виде. Ощущение самодостаточности — это идеальный рецепт для катализирования гниющего процесса. Рутина, ржавчина, руины. Если мы не будем готовы учиться на уроке линии Мажино, то нам остается лишь приготовиться заплатить огромную цену, как это сделала Франция. 4 миллиона золотых франков за величественный проект, который привел лишь к катастрофе.